На одной из тренировок нападающий сборной России по футболу Федор Смолов ответил на вопрос ребенка, что он сделает, если команда выиграет чемпионат мира по футболу 2018 года. Игрок ответил, что сделает татуировку, прыгнет с парашютом и заключит пожизненный контракт с футбольным клубом «Краснодар». Теперь, когда российская команда вышла в четвертьфинал и трофей уже близко, футбольные болельщики тоже участвуют в этом челлендже. Отращу усы в первую очередь. В полуфинале и все 7 игр мы сыграем на своей земле. Однозначно. Нет, побриться на лысо, возможно. Я готова побрить его на лысо. Только если так, да. Всех родственников, наверное, куда-нибудь свозила отдохнуть своих. Вот мы сейчас всей семьей здесь, 3 семьи здесь. Себе мороженого. И с мячом вы вышли на улицу. Накрыл бы поляну в деревне. У нас дача есть за городом. Всю улицу позвал бы. Ой, не знаю. Побриться на голове. На лысо побриться? Ничего себе. Смело. Что сделать? Мы тоже прыгнем с парашюта. Возьмем какой-нибудь там аттракцион и тоже сделаем что-нибудь такое. В честь того, чтобы Россия победила. Мы за Россию. Ура! Команда «Универньюз» желает удачи сборной в предстоящих матчах. Олег Ашин, Рустам Садриев, «Универньюз».